Хотите сохранить здоровье и стройность? Выбирайте правильные методы приготовления пищи. Варить овощи лучше до полуготовности, дабы сохранить пищевую ценность, витамины и клетчатку. В кулинарии это называется альденте, на зубок. Приготовление на пару – один из самых удачных способов сохранения ценных веществ, как мяса, так и овощей. Они получаются сочными, при этом малокалорийными и легко усваиваются. Такая пища идеальна для тех, кто хочет похудеть. Корнеплоды лучше всего запекать. В духовке они сохраняют свою структуру, а под воздействием сухого жара сахара в них карамелизируются и придают блюду оригинальный привкус. Сувид. В переводе с французского – в вакууме. При такой обработке витамины сохраняются на 100%. В домашних условиях приближенную версию можно воссоздать с помощью пакета или рукава для запекания. Метод антракта. Исследования показали, что достаточно прогреть продукт до температуры 100 градусов, накрыть крышкой и выключить огонь. Мы настаиваем блюдо, то есть томим, как это делалось в русской печи. Так не разрушаются белки и не эмульгируют жиры. Минут через 20-30 кастрюлю опять на огонь. Довести до кипения, снова 20 минут антракта и блюдо готово. И главный тренд современной здоровой кухни – растительная подушка. На дно кастрюли укладывается слой сырых овощей, потом основной продукт – рыба или мясо, а сверху снова слой овощей. Все заливается кипятком. Когда вода закипает, огонь максимально уменьшается и блюдо томится до момента, когда мясо или рыба почти готовы. Снимаем с плиты. Через 20-30 минут можно подавать. Приятного аппетита!